Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Note 2007 года выпуска с двигателем 1.6 на автомате переднеприводный. На этом автомобиле мы сегодня заменим масляный, воздушный и салонный фильтр. Также заменим масло. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, сливаем масло, откручиваем фильтр, ну и продолжаем. Поднял автомобиль. Откручиваем пробочку поддона, ключик, головочка здесь на 14, и сливаем масло. Ну, масло, в принципе, еще не совсем грязное, грязноватое, но бывают такие, что там мазута течет. Здесь, в принципе, нормальное. Сливаем. Ну, масло у нас стекло. Закручиваем пробочку. Самое что интересно, здесь на пробочке была фум-лента намотана. Я такого пока еще не встречал, чтобы на автомобиле использовали фум-ленту. Теперь откручиваем наш масляный фильтр. Находится он вот спереди возле кондиционера. Берем краб и откручиваем его крабом. Масло у нас здесь натекло немножко. Сейчас мы его смоем, когда закрутим фильтр. Фильтр мы будем использовать фирмы Айка. По Вику он идет и по Айка C224. Вот такой вот идет фильтр. Налил в него маленько масла, смазал резиночку обязательно и накручиваем его на место. Затягиваем от руки. Все, фильтр мы затянули, смываем. Теперь опускаем автомобиль и заливаем масло. Масло мы будем использовать GM 5W30.
заливаем. Залил масло, вошло где-то 3550. Максимум на 2 миллиметра выше максимума. Автомобиль еще не заводил. Сейчас заведу, уйдет фильтр и будет уровень. Меняем воздушный фильтр. Сторон здесь нажимается, и она поднимается. Вытаскиваем кассету. Фильтр здесь маленький. Стояла Sakura A2011. Ставить будем портсмал PAW067. И все, защелкнули крышку. Идем, меняем салонный фильтр. Откручиваем бардачок. Бардачок у нас крепится на 5 саморезах. 2 снизу и 3 под крышкой. Сейчас покажу. И вот 3 самореза. Здесь отвертку надо покороче. И вытаскиваем целиком бардачок. И вот здесь снизу нажимаем флажок вверх. На крышке вот этот флажок нажимаем вверх и вытаскиваем крышку и достаем наш фильтр. Странно.
Новый фильтр будем использовать фирмы AMD. Он идет под номером AMD REN 333. Вот такой идет фильтр. То, что вот это стояло, непонятно, как он туда вообще встал. Этот идет сразу с защелкой. Странно. Устанавливаем. Здесь стоял абсолютно другой фильтр, и крышка здесь вот голая. Выкидывать я ее не буду, а здесь фильтр с крышкой. Вот как нам его вставить? Оставляется он просто. Мы его вот так вот заводим. Сейчас продемонстрирую. Заводим сначала вверх, потом вставляем вниз. Вот таким образом утапливаем верхнюю часть и защелкиваем уже нижнюю. Все, фильтр у нас установлен. На место ставим бардачок. И наживляем саморезы. Здесь сверху есть направляющие, на которые заходят, ну как скажем, салазки. На эти салазки заводим ее, чтобы не было щели. Когда наверху бардачок заводим, мы заводим его в салазки. Вот сначала я затолкал, была щель между бардачком и панелью, потом оттянул маленько, вставил на салазки, и щель ушла. Теперь берем, закручиваем все 5 саморезов. А вот это вот К1152, это был под эту крышку, но это фильтрон был.
Все. Воздушный фильтр заменили, масляный заменили, салонный заменили, масло залили. На этом все. Всего вам доброго.